В ночь на среду в оздоровительном центре «Здраво» хабаровские полицейские выясняли обстоятельства гибели 35-летнего посетителя сауны, который скончался во время отдыха. Это заведение пользуется популярностью благодаря разумным ценам. Будним вечером посетителей было немного, поэтому ЧП заметили практически сразу. Мужчина потерял сознание, находясь в комнате отдыха. Он повалился на диван и застыл в неестественной позе. Администратор тут же вызвала скорую помощь, однако врачи только констатировали смерть. Им на смену прибыли полицейские. На месте работал эксперт и следователь. При себе у мужчины были документы. Благодаря им удалось установить личность умершего и место его жительства. Погибший был приезжим из Приморья. Адрес регистрации в городе Артем. В сауну он пришел один, вероятно, чтобы расслабиться после дороги. Употреблял ли мужчина спиртное накануне гибели и был ли он действительно один, устанавливают оперативники. Явных признаков криминала оперативная группа на месте событий не обнаружила. Что стало причиной смерти, установят в ходе аутопсии. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Кошелева и Алексей Овчинов.